Здравствуйте, дорогие друзья! Единственная в нашей стране книга детских рисунков, награжденная медалью ВДНХ, хранится в Омске. Она находится на экспозиции в Музее детских движений в городском дворце творчества. Смотрим! В Народном музее истории детского движения Омской области есть уникальная возможность представлять реликвии, музейные предметы из фонда. И сегодня у нас в выставочном зале работает выставка, посвященная 80-летию изобразительного творчества во дворце в нашем учреждении. Среди тех экспонатов, которые вызывают особый интерес у детей, конечно, является вот эта. Это книга. Книга не только необычная своими размерами, но книга интересная прежде всего своим содержанием. Это под руководством Старикова Юрия Михайловича, руководителя изобразительного кружка в 50-е годы, впоследствии в 60-е годы. Ребята приходили в музей, смотрели, изучали историю, а вот в 80-е, в начале 80-х, они рисовали сюжеты на разные темы. Юрий Михайлович оформил рисунки детей в виде книги. И в далеком 1982 году наш дворец отправил на выставку материалы, в том числе и книгу. Вот эта необычная книга у жюри, конечно, вызвала и удивление, и восторг. И в итоге это единственная в стране книга, награжденная медалью выставки достижений народного хозяйства. А сегодня она стоит в музее, а сегодня она говорит о том, как и чем жили ребята в 80-е годы.